Марионетки Коломойского продолжают контролировать область. Они продолжают врать ради того, чтобы набить свои карманы. Аэропорт, за который стыдно вам. Очередная кража, за которую не стыдно власти. Пока загнивает аэропорт, строительство метро блокируют в угоду коррумпированным чиновникам. У них нет никаких препятствий, пусть они выдадут разрешение на взрывы, пожалуйста. Это продолжается уже один год и один месяц. Пока ситуация не меняется. И еще хочу сделать акцент. У компании «Лимак» есть подрядчик, компания «Свитекс». Да? Вот в другом месте они получили разрешение на взрывы за 3 недели. Та же компания, с той же лицензией, с теми же сотрудниками, с тем же оборудованием. Вот все идентично, ничего не поменялось. В одной части Украины не могут проводить взрывные работы, в другой части Украины не могут проводить взрывные работы. Мы с таким не сталкивались никогда в жизни. Ситуация такая же, как и по всем остальным направлениям, которые проходят у нас в городе. Европейский проект метро пытаются уничтожить, как и все, на чем не получается украсть.